Spotlight, пятый класс. Модуль 1A, Word List, Art, изобразительное искусство, Atlas, Atlas, Break, перемена, Class, Class, урок, Dictionary, словарь, English, английский язык, Favorite, любимый, Geography, география, History, история, Information Technology, информационные технологии. Mathematics, математика. Notepad, блокнот. Physical Education, физическое воспитание. Science, естествознание. School Objects, предметы школьного обихода. Student, учащийся. Subject, предмет. Teacher, учитель. Textbook, учебник. Timetable, расписание. Days of the week, дни недели. Monday, понедельник. Tuesday, вторник. Wednesday, среда. Thursday, четверг. Friday, пятница. Saturday, суббота. Sunday, воскресенье, модуль 1B. Best, лучший, 18, 18, 11, 11, same, тот же, 15, 15, 14, 14, grade, класс, 19, 19, new, новый, 17, 17, 16, 16, strange, странный, 12, 12, then, затем, 13, 13, together, вместе, 20, 20, excuse me, простите, извините, how do you spell it? Как ты это пишешь, произносишь по буквам? How old are you? Сколько тебе лет? Let's go. Пошли. Давай пойдем. Module 1C. Capital letter. Прописная буква. Choose. Выбирать. Country. Страна. Full stop. Точка. Language, язык, other, другой, secondary school, средняя школа, subject choice, анкета, форма выбора предметов, what class is he in, в каком он классе, what subjects does he do, какие предметы он изучает, module 1D, culture corner, Коне – угол, уголок. Калче – культура. Диаграм – диаграмма. Education system – образовательная система. Primary school – начальная школа. Sixth form – старшие классы, Великобритания. Type – тип, вид. University – университет. English in use one. Good afternoon, добрый день. Good evening, добрый вечер. Good morning, доброе утро. Good night, спокойной ночи. See you later, увидимся позже. See you tomorrow, до завтра. Across the curriculum, one citizenship. Ask, спрашивать, citizenship, граждановедение. Mime – изображать жестами. Share – делиться. Smile – улыбаться. Thank – благодарить. Think – думать о ком-либо, чем-либо. Work – работать. Alone – самостоятельно. In groups – в группах. In pairs – в парах.